Есть очень классная книжка, называется «Семь грехов памяти», почти как «Семь смертных грехов», только «Грехов памяти». Ее написал Дэниел Шахтер. Я не могу удержаться, чтобы не показать вам нарисованного Дэна, который как раз держит эту книжку и окружен всеми своими придуманными семью грехами памяти. Во-первых, это угасание. Мы это уже упоминали, что если какое-то воспоминание долго не извлекается, не вспоминается, то какие-то детали теряются, и след памяти угасает. Во-вторых, это рассеянность. Как мы говорили, память тесно связана. Не обращая внимания, значит, и воспоминания формируются не целиком или, в принципе, не формируются вообще. Внушаемость. Это такой любопытный грех памяти. Дело в том, что мы можем поверить в то, чего не было на самом деле. И это нормально, это не отклонение, это не патология, это абсолютнейшая норма. Просто вот такой грех памяти. Блокировка. Грех, который похож на феномен верчения на кончике языка. Вот это ощущение, когда знаешь слово, которое хочешь вспомнить, особенно на иностранных языках это проявляется, но вот никак не получается. Это вот тоже один из грехов памяти. Вроде слово знаешь, а вот произнести не можешь. Лошадиная фамилия такая получается.